Давай. Покажи мне, покажи мне, как ты любишь танцевать и свою страсть. Давай. Погодите, ребята, вы что, здесь? Это не должно было попасть. Всем привет, меня зовут Фласточка. Что? Всем привет, ребят, с вами Акакий. Сегодня мы с вами поиграем в прятки-макатки вместе с... Потанцуй. Давай, двигайся, грязное животное. Ребята, всем привет, меня зовут Фласточка. Дубль второй, раунд третий. Всем привет, сегодня... меня зовут Акакий. Сегодня мы с вами играем в Майнкрафт. Это мой видос, я здесь начинаю. Ты меня понял? Усёк! Ты меня усёк! Ты начинаешь, ты меня тут усёк! Заканчиваешь, ты только я усёк! Начинаю. Ребята, всех люблю, целую. Сегодня я вместе вот с этим чудовищем, с животным. Всем привет, ребят. Привет, животные. Мы давно тебя не видели. Сегодня. Слушай, мы... это ты в костюме медведя, а не я так-то. Посмотри, кто это? Кто это? Акакий, кто? Это медведь. Так, а ты кто? Я. Акакий. Животное, верно. А теперь животное. Ну я стой, погоди. Ну не обижайся. Ну не обижайся. Ну не обижайся. Ну прости. За картошку фри. В смысле? Это же я за картошку фри могу простить все. Ладно. За чизоид. Че? Че такое? Чизоид это. Короче, окейушки, я тебе дам чизбургер твой там, короче, куплю все мне. Чизоид. Да пофиг, вот эти вот странные твои названия, только ты не обижайся, пожалуйста, ладно? Эх, ладно, не обижаюсь на тебя, как можно такую, как ты, дурочку, то есть хорошую обижаться? Да, по факту, это я. В общем, Акаки, зачем я тебя позвала сегодня в этот видосик? Сегодня мы с тобой будем в очередной раз, а мы с тобой, кажется, два раза играли уже. Ребята, ну а перед началом этого видео я попрошу вас поставить лайки и подписаться на канал. А зачем? Правильно, не зачем. Чтобы нам было просто приятно. Но мы начинаем в пряточки. Играть в пряточки по новой. Акакий, давай, Нацуефа, кто будет первый прятаться? Давай, без проблем. Так, давай, пишу. Я написала, а ты? Я тоже. Раз. Два. Три. Я знал, что ты выкинешь бумагу, потому что ты бы опять думал, что я выкину камень. Я тебя раскусила. Все, пошел. Читай. Раз. Отвернись. Три. Раз. Ты чё, прикалываешься? Иди сюда, я тебе не верю. Сюда, иди вот сюда. Я не буду сюда залезать, я вот так буду смотреть. Все, мне без разницы. Читай. Я не слышу, давай. 30, ты где? Да нечестно, в смысле? Нашел. Ладно, считаю. Давай, один. Один. Так, два, так, три, так. Уху, а четыре. Я побежал прятаться. Хорошо, мне бы надо... Мое самое любимое место. Ой, об этом месте знает Скретчик, но ты об этом месте не знаешь, Акаций. Так что ты меня, наверное, не найдешь. Ты что молчишь? Что ты там делаешь, Акаций? А я считаю, почти 30, кстати. Нет, 26. не почти. Считай. 29, 30. Кто не спрятался, я не виноват. Ну что, где ты спряталась, маленькая какашка? А чё ты сюда посмотрел? А теперь достань до меня. Ходит, бегает, думает, как. Нет, не тут. Я, как сразу говорю, не тут. Ищи. Как забраться на потолок? Ладно, так же быть, я тебе подскажу. Оказывается, на потолок можно попасть через комнату Фреддика. И не только через комнату Фреддика. Где-то здесь на карте есть кнопочка. Но так как ты ее будешь искать долго, то я советую тебе просто пойти в комнату Фреддика. Ты где? Я в комнату Фредди пошел. Ой, вот ты, ёшкин ты кот. Я уже тебя путаю со Скретчиком. Акаций, прости меня, пожалуйста. Нет тебе прощения. Акаций, ну прости меня, пожалуйста. Нет тебе прощения. Акаций, прости меня, пожалуйста. Нет тебе прощения. Ну прости меня, пожалуйста. Я тебя не прощу. Ну, Акаций. А все, а поздно. Слушай, а ты уверен, что ты меня найдешь? Нет. Не уверен? Не, я вообще не уверен ни в чем. Потому что прикол в том, что пока ты бежишь, я 100 раз перепрячусь, понимаешь, в чем прикол? Понимаю. А ты вообще где? Объясни мне, где ты? Ты что, ждешь, пока я спущусь, жопошник? Нет. А что ты тогда там делаешь? Слышь, ты жопа, с ручкой. Сама ты жопа с ручкой. Слышь, ты жопа с ручкой, ты что там? Ты жопа с ручкой. Где ты бе... Жопа с ручкой. Ах, понять бы сейчас, как сюда попасть. Я же сказала, через комнату Фреддика залезаешь в вентиляцию. На вентиляции можно найти паркурчик. В этом паркурчике ты лезешь на второй этаж. Ну, типа паркуришь на второй этаж вентиляции. И тут, и там есть выход вот сюда, вот потолок. Под потолок. Угу. Понял, что ты? Ну, да. Или что-то не понял. Акаций, я что-то не вижу, чтобы ты бежал в комнату Фреддика. Ты меня, походу, не найдешь сегодня. Ты что, хрили кнопку ищешь? Нет. Акаций? Да. Я нашел путь к вентиляции, ага. И по итогу я ничего не нашел. Привет. Акаций! Да ты чё? Ты шопай ты ко мне! Я тебя сейчас... Какого фига ты достал?
ножа такая большая. Иди сюда. Да, подожди. Убей. Иди убью, Акаций. Ладно, все, реванш. Давай опять. Вот, понимаешь, просто если мы будем с тобой по очереди прятаться, будет как-то неинтересно. Нужно вести свою изюминку. Давай каждый раз будем с тобой на Цуефа. Все, я так, готов. Погоди, я пишу так. Что бы мне написать? Так, я готова. Готов? Да. Раз, два, три. Ничья! Раз уж ничья, тогда могу отдать тебе. Не, давай еще раз, до победного. Давай, до победного. Ладно, 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 давай. Раз, два, три. Три. Прячься. Почему ты выбил камень? Ты думала, я сейчас ножницы возьму? Нет, я знал, что ты выкинешь бумагу. В смысле, серьезно? Да. Да, все, давай. Погоди, слышь, ты чертила, ты где читаешь? Погоди, ты где? На кладбище. Хорошо, тогда считай. А я пока что подумаю, куда спрятаться. Три, четыре. Погоди, куда бы мне спрятаться? Сама тут была кнопка. Опа. Так. Нет, плохая кнопка, верните меня обратно. Открывайся. Так, где бы мне здесь спрятаться? Вопрос. Так, погоди. Я знаю, где я хочу спрятаться, оказывается, я придумала. Так уж и быть, можешь уже идти. Я слышу, как ты пьешь. Чё, почему ты так смачно пьешь? Я для тебя старался. Для меня? О. И все, кто не спрятался, я не виноват. Любого найду по запаху, от тебя воняет. Это от тебя воняет. Знаешь, как от тебя воняет? Как от меня воняет? Вкусно. Вкусно? Перемешку с какашками. Фу, ты что такую мерзость говоришь? Уйди от меня, слышь ты. А где ты бегаешь, Акаций? А какая разница? Ты меня... Ты где спряталась? Давай опять на водочку. На водочку? У меня была отличная идея, но... Я нечаянно нажала на кое-какую кнопку, и я телепортнулась. Случайным образом. Ну, давай так. Ты в главном холле? Да, я где-то в главном холле. Ага. Акация, это просто трэш. Ты меня вообще увидел, либо не успел? А я должен был тебя увидеть? Ты что, меня не заметил? Ты что, чертила недоделанная? Ты что, слепошара такая? Я думала, ты меня увидела, я убежала. Ты шопошник, ну с тобой неинтересно. Ты вообще не умеешь ничего говорить. Я тебя скину отсюда. Ты уйдешь к моим прадедам, ты меня понял? Было легко. Ничего не легко. У меня была хорошая нычка, но там была одна кнопочка, и мне было очень интересно, что будет, если она не нажмет. Так, а теперь еще раз. Чертила, иди сюда, чертила. Победа, 2-0. Я сейчас приду и ногу тебе переломаю, ты понял? Чтобы ты больше так не делал. Понял? Как? Я танцую. Это моя победа. Ты мне завидуешь. Моему успеху. Понятно, все. Я пошел. Давай, до свидания. Какое до свидания? А ну-ка, давай, камень, ножницы, бумага. Давай, иди сюда. Ну, давай. Так, наверное. Готов? Да. Раз, два, три. Три. Ничья. Еще раз. Готов? Да. Раз, два, три. Ты что, издеваешь надо мной, что ли? Тебя легко предсказать. Че предсказывать? Если бы ты предсказывал, ты бы меня уж победила, а ты повторяешь. Давай. Раз, два, три. Ты что, рофлишь, что ли, не понимаешь? Я тебе говорю, тебя легко предсказать. Это тебя легко предсказать, так. Сейчас не предскажешь точно. Готов? Да. Три. Так, погоди. А, ну окей, я ты выиграл. Прячешься. Давай. Она уже обрадовалась там. Ну, потому что три раза подряд выкидываешь то же самое, что и я. Будто бы ты сидишь за мной. Давай. Один, два. Так, где бы мне тогда спрятаться? В принципе, есть уже одна идейка. Я знаю, куда я пойду. Ну-ка, что у тебя за идея, Акаки? Рассказывай, где ты ее успел увидеть? А я ее не увидел, я ее украл. В смысле украл? Ты что, в мою нычку? Эту нычку проходила несколько раз. А, ну вообще, я знаю одну нычку, которую прохожу постоянно, но она максимально не очень, поэтому там не прячешь. Погоди, ты уже спрятался? Да. Окей. Я иду из... Не тут, не понял. Тогда где? Вопрос. Так, погоди. Я думал, ты где-то здесь прячешься. Я могу подсказать. Так, погоди. Может быть, я тебя сейчас быстренько найду. Ну вообще, плюс-минус, хотя бы, чтобы понимать, где ты. Крокодайла. В смысле? А чё крокодайла? У него же нет комнаты. Ну, крокодайла. Так, вот теперь я что-то не понял. В смысле? У него же нет комнаты. Как ты мог у крокодайла спрятаться? Ты что, меня разводишь, что ли? Ты несколько раз прошла около меня. Но я говорю, крокодайла. Вот тебе скин еще такой, сливается с местностью. Так, где? Не вижу. Погоди. В смысле у крокодайла? Несколько раз прошла мимо. Так, это как это? Да, вот опять проходишь. Я тебя слышу. Но не видишь. Вижу. Не вижу. Ты чё чертила? Ты где там прячешься?
На запах, на запах. На запах, так, чую. Давай как медведь. Медведь, ну, кстати, да, по факту медведь, но я что-то не понимаю, где? В смысле у крокодила? У крокодила нет нигде тут нычек. Погоди-ка, все нычки, что я знаю, которые находятся возле медведя, это другие комнаты. Не мог же ты здесь спрятаться? Погоди, не мог. Ты туда полезла. Чертил. Ну я тебе дам подсказку, я тебя сейчас не вижу. Ты меня сейчас не видишь, окей, я честно не понимаю. Ты сказал крокодил? Ты крокодила тут вообще нигде нет никаких нычек. Так есть там нычка, ты ее серьезно не видишь? В смысле, у крокодила нычка Короче, есть? Смотри, подскажу. Надо выйти в холл. Смотри, как ты смотришь, сейчас надо развернуться на 180 градусов. Ага! Вот, стой, так, и стой. Вот реально, стой на месте, вернись обратно. Повернись на 180, направо на 90 градусов. Нифига! Я не понимаю, что значит... Подожди, стой. Не двигайся, тогда не увидишь. Повернись налево на 180 градусов. Да блин, можно по-нормальному? Повернись на... Да иди ты в попу, ты уже стёбаешь надо мной. Стой. Ну что? Реально вернись, сейчас подскажу. Так. Короче, стой. Вот так смотри, повернись на 90 градусов направо. И башку свою вверх подними. Ты, в смысле, а при чем тут крокодил? Ты меня только за нос водишь. Крокодил вообще тут ни при чем. Черт, ты недоделанный. Я на крокодил стрел все время. Господи, так это же не так работает. Ты сказал, я у крокодила. Я такой, крокодила нет еще. Я у крокодила. Так я а ты мне что говоришь, чертила? Что ты мне чертила говоришь? И у ты, Найтнем, ты вообще нифига подобного. Нифига подобного. Я у крокодила был. Слышь, ты что? Ты нашел мои кнопочки? Ты понял, как сбираться наверх? Опачки. Давай так. Я тебе даю 2 минуты меня поймать. Да, давай, время пошло. 2 минуты хочешь, да? Я на этой карте знаю больше приколюх. Ты где? И куда ты, я не понял. 2 минуты я тебе даю. В смысле? Подожди, стой. А как? А как ты это сделал? Покажи. Так, погоди. Честно, давай, покажи. Для начала покажи, как ты туда попал быстро. Через эту кнопку. Здесь несколько кнопок, как попасть наверх. Тут получится кнопка. Опа, уй. Приколюха, да? Да. Во-во. А тут такой, даю тебе 2 минуты. Ёшкин ты кот, нашел. Стой. Я на тебя обиделась, ты чё? Что, еще один раунд? Ты хочешь еще один? Мне кажется, все, я тебя сделал. Это я тебя сделал. Я тебя 2 раза нашел, поняла? Ха, изи победа, изи. Мне, знаешь, еще кажется, никогда такого не было, чтобы не могли найти. А нет, у меня, кажется, один разочек было. Меня не могли найти. Короче, постоянно кого-то находят, так что, шо? Я могу раскрыть тебе одну тайну. Давай. Я даже не искать. Прячься, у тебя 10 секунд. 1, 2, 3. Так, ну, в принципе, я знаю, где спрятаться. Подожди. Ты считай, мне интересно же. 7, 8. Чё чёрный доделанный дело? А ты чё начала двигаться? Знаешь, я тебе что скажу, а ты не один такой умный, который решил сделать вот так. Был такой случай, когда скретчик берет, как-то вот так вот стоит, я такая, было бы, наверное, офигенно спрятаться где-то тут. Но мне кажется, он посмотрит с подняк. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, ну в принципе здесь, да, пойдет. И все, спрятался? Ну да. Так быстро. Ты чё чертила? Так, если ты быстро спрятался, то наверняка где-то не... Ты чё издеваешься? Слушай, ты чё издеваешься? Не понимаю, ты чё... Ты чё издеваешься за мной? Ты чё такое? Ты чё нормальных мест не мог найти? Я не понимаю. Ну блин, ну мне кажется 2-2, мне кажется это хороший счет. Да ты мне сдался! Это называется сдаться! Все, я тебя ещё побью. Ладно, хорошо, не буду тебя бить, мне тебя жалко. Ты и так жизнью обиженный, прятаться не умеешь. Сказал человек, который играет на этой карте уже 844 раз. Но на самом деле нет, наверное, где-то раз 10-й, 15-й. Нечестно все равно. Ну тут по факту, реально, а ты третий. Ты все нычки знаешь, это нечестно. Я 3-й раз здесь всего лишь. И то я использовал нычки, которые ты использовал. Но ты больше знаешь. Не, на самом деле я прям все нычки не знаю. То есть я знаю пару нычек, но я без понятия, как туда попасть. То есть где-то тут на карте есть какие-то кнопки, которые... Те или иные хорошие нычки. Я тупо не помню, как попасть в эти нычечки. А ну-ка, иди сюда, будем прощаться. Лосяйся. Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно же, жмякайте на колокольчик. И не забудьте друзьям рассказать. Ну, а с вами был Акаки. И Власочка. Всем удачи и пока-пока. Вот, слушай, вот что ты... Это мой видос, не твой. Мой видос! Бежать, животное. Бежать за мной. Это я.